Было ли тебе за меня когда-то стыдно? Да. Когда? Когда? Отвечу. Он, у него проблемы с носом, и он его каждый день раздирает, и с него идет кровь. И это может быть ресторан, мы сидим в красивом ресторане и все остальное, и он берет салфетку и ковыряет свой нос, и там кровь, и куча салфеток с кровью. Это ж... Если что, она врет, это вымышленная история. Нет, это постоянно. Ребят, причем, я клянусь вам, она это врала. Везде, я постоянно. Я бы не стал кляться. Я сижу такая... Видите, какая она актриса, но понятное дело, что это неправда.